то время, когда требуют, просят, поиграй в «Сталкер. Чистое небо», ты же прошел «Тень Чернобыля», значит, надо двигаться дальше, мы с вами берем и начинаем играть в игру, где тоже в названии есть точки. Игра называется «Владик». Она продается в Стиме, разработчики «Нарко Геймс». Я вот сейчас смотрю за чуваком с зеленым ирокезом и не могу понять, это движение ботов или это делают реальные люди, непонятно. «Я тебя любила, а ты козел». Такие вот надписи встречают на самом начале. А на крыше дома я вижу автомобиль. Кто-то кого-то бегает, кто-то кого-то рубит. Новая игра. Поехали. Что-то должно происходить. Мне послышалось. Уважаемые жители Шевцовска или что-то как-то так сказали. В общем, ДПС. Запчасти. «Нарко Геймс представляет». Нужно, видимо, упорото говорить. «Хуй». Написано на доме этом прекрасном, как мы видим. Все хорошо, все прекрасно, все чудесно. В общем, сделаем обзорчик, поиграем. Это должно быть трешово, весело, в принципе, как мы с вами любим. Владик. Пивас. Там в этот Валакас, по-моему, картины висят. Нормально, мы начинаем играть прямо здесь, да? Ух ты ж, ёпты. Ладно, новости. А Dark Sassy. Dark Sassy? Что за Dark Sassy, блядь? Давай положим сюда, посмотрим, что за Dark Sassy. Понятно. Кто-то стучит, по-моему, к нам в дверь. Сейчас пойдем глянем, что происходит. Люди ходят, притом люди похожие на гопников. Кто-то вон на жопе только что проехался. Я не знаю, попало это в кадр или нет, но там чувак на сраке свои проехал. Мне кажется, что я нахожусь где-то в Припяти, потому что там написано что? Пидорас, менты, понятно? Ну такое, знаешь, вот именно вот все по жести сделано. Кисель. Я хотел взять микроволновку, понять, что происходит. Это какая-то смесь постола с метро, со сталкером. Вот это все понапихано, все это высмеяно. О, ломик давай возьмем. Открывай нахуй, заебал, блядь. Блядь, че, охуели, что ли? Мусора, тихо. Ух, нихера себе. Та-да-дан-тан-та-да-дан-тан-та-да-дан, блядь. Я в домике, сука. Блядь, ты издеваешься, что ли? Слышь, мусор, не шуми. Ты че ломаешь мое имущество, ублюдок, блядь? Ты че ломаешь-то? На тебе. Та-да-дан-тан-та. Сейчас мусора охренели. Полиция. Полиция. Салам пополам, еще как. Вася плечами трясяся. Подожди, Вася, сейчас. Стой, Васек. Давай громкость звука побольше сделаем, а то нихуя не слышно, Вася. Вася, давай отвечай, блядь. Короче, если что, приходи на базу. Давай. Давай. Опа, 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 па. Все нормально. Можно порелаксировать, но я думаю, что после таких побоищ... Можно его дубину забрать? Шоковую палочку забрать нельзя. Это что такое? Там что-то написано, но я не вижу. Так, давай соображать. Меня просто кинуло в такой антураж, блядь, ковры на стене, мусора, которые хотят нас повязать за что-то в этой игре. Минус 20 в холодильнике, Валакас в дереве. Прекрасно, нет, все нормально, все отлично. Эй, иди сюда! Иди сюда! Нихуя себе, что происходит? Что случилось? Привет, Владос, все началось походу. Сейчас у Владоса, походу, будут реальные проблемы. Что это за место? Что случилось? А, все, пиздец! Новельный до нашей области добрался. Сейчас будут бойни и убийства. А мне что делать? Надо найти главный штаб Новельного. Только хуй знает, где он находится. В общем-то, он зашкирился найти его и попытаться... Петрович, может, подскажет, куда топать. Петрович, Сидорович. Я же говорю, отсылка к сталкеру явно. А, нахуй оно мне надо, сама иди к Новельному. Слушай, я тебе все сказал, иди разбирайся. На, бля. Ты, бля. Ёпта. Не получается. А, в общем, один только вопрос. Как это вообще в Steam попало? Ну, если это попадает в Steam, ну, такого рода игры, где вот везде висит у нас какие-то школьницы, вид, все понятно. Я не знаю. Ну, я не понимаю, может быть, чего-то. Попробуем найти здесь реально какие-то смешные вещи. Пойдем выше этажом. Я думаю, что надо пойти по соседям и узнать, как у них дела. Туда нельзя запрыгнуть. Там невидимая стена меня встречает. Печалька. Как мне сказали. Блять, там дрон. Упавший дрон открыл мне двери.
Сашка, заплати алименты, пидорас. Вот, Сашка, тебе не повезло-то, а? Саня, ну как так-то? Как так-то, блядь? Можно разбить ящики? Можно. Я думаю, что здесь можно даже что-то найти. Ух ты. Там аптека. А как брать? Жесткая аптечка плюс 100 хп. А как вещи подбирать? А, только с присядочки. Что это такое? А я не все могу, видишь? Я вот, например, хлеб не могу взять насущный. А почему? Как-то инвентарь открывается, наверное. Карта на М, это я понял, табуляция. Ломик, ломик, ты могучий, ты ломаешь стаи голов. Лучшее ближнее оружие, можно ломать все. Я помню, у учителя физики был такой, против лома нет приема. Физиком у нас, ядерщиком был Гордон Фриман, опять же, отсылка к Half-Life. Взять, выбросить. Журнал. Я пытаюсь разобраться, по крайней мере, это обойма, по-моему, от автомата. Что он делает, блядь? Хуй пойми, что происходит, но хлеб почему-то не берется. Ладно, пошли дальше. Доска объявлений. Мы выходим. Помимо того, что надпись на земле, нас встречают вот такие вот эпичные чуваки. Блядь, вы что делаете? Оппозиция. А что с оппозицией? Чего ее так колбасит-то? Пацаны, оппозиционеры, у вас все нормально? Бомж, мерч айтипедии, насколько я помню, да? Нормально так. Пацаны, ну что, покумекаем? Как, блядь, разговаривать в этой игре? Ох, чувствую жестко. Прыжок, передвижение, использовать на Е. Граната, фонарик, карта. Понятно. Видимо, надо использовать Ешку. Но Ешка у нас не работает. Почему-то. Пацаны не очень разговорчивы. А если я их ударю, то... мне не поздоровится. Вот еще аптека была. Вода. Пиздос, блядь. Куда мы попали вообще? Что это за адское место? Тёлочка тут есть, смотри, ходит. Типа, иди своей дорогой. Нет. Так, а где мне найти этого Петровича, или как там его звали? Сопротивление бесполезно. Насилие не приведёт ни к чему. О, пацаны! Нихуя себе, пацаны подъехали. Честно, хуйня, бля. Что происходит? Уважайте друг друга. Бля, нихуя. Хера себе, блядь. Че с ногами-то? Че происходит? Блядь, они порубили, они с пистолетами? Поехали, братан. Ломай машину, блядь. Ломай. Милиция. Сзади у них написано полиция. Ну, а мы просто мусора говорим, да? Нормально. Нихуя себе, пацан. Это что? Что это такое? Это гильза такая? Оу. Сейчас убьют нахер. Гаражи. Закусочная, странник. В закусочную, видимо, зайти нельзя. Ты, наверное, тот, кто мне нужен, да? У Лысого из Бразерса есть все. У Лысого из Бразерса. Винтарик из Сталкера есть, да? А сколько у меня денег у барыга? Мани один. Кэша у нас вообще нет, слышь? Прина, блядь. Он похож на Нагиева немного. Нормально. Нормально, жить можно. Нам нужно понять... Журнал, покажи мне. Записи Владоса. У Владоса ничего нет, кроме хуя на полях. Ну, там написано просто. Выбросить, взять. Все? Тут ничего. Я не знаю просто, что мне, куда мне бежать. Дима Петровича искать. Тут не открывается. Давай просто побегаем, посмотрим, раз такое дело. Чувствую коп. Слышь, в смысле, зараза? О, эти чуваки и чувихи мне должны помочь, наверное, да? Бомж. Бля, дрон. Иди нахер, сука. Сейчас приедут полицаи и начнут решать проблемы. Я могу забрать дрон, кстати? Козы, козы. Ну да, любимая козу. Было, коза у этого идут не туда еще. Пьешь как по металлу, понимаешь? Железная башка. С этими ребятами пообщаться нельзя. Можно было бы в огонь упасть, конечно. Блять. Тихо. Хера себе. Но ни хрена себе, что происходит вообще. Так, здесь были машины, здесь была куча убитых чуваков. О, вот, блядь. Давай, бей дрон, давай. Хуя, блядь. Молодец. Ай, красавчик.
отпущены. Мне нравится, что чувак, который вещает с этого экрана, такой: вы будете отпущены. Ну, типа, конечно, наебало. Никто никого отпускать нигде не будет. Так, бабосы мы взяли. Что я смог, я, в принципе, подлутал. Вот еще деньжата. Ломики, батарейки, по-моему, рожок от автоматных. А рожок от автомата? Это не берется. Только силовыми структурами. Ай, блин, АТМ. Банкомат тоже не работает. Короче, наверное, сюда куда-то надо. Я пока не понимаю, никакого ориентира вроде-то как такового нет. Ходишь, бродишь. Но по видосам, которые есть в Стиме, там, в принципе, было прикольно. То есть там интерактивчик, все дела, тополя. А, вон кто-то сидит, смотри, может, это Петрович? Ты Петрович? О, да ладно! Привет, Влад, что хочешь? Блядь, не прошло и полгода, мы нашли Петровича. А мне тут Ленка сказала к тебе прийти. Говорит, ты знаешь и направишь, где штаб Навального находится. О, дорогой, я знаю немножко. Так, на полшишечки. Но есть у меня одна инфа. Скажу не за просто так, естественно. Сначала, дружок, выполни мое поручение. А то я старых пень, не могу уж даже... А, не могу уже, и дробовик засорился. В общем, собак перестали кормить, так как у населения денег нет. Дед, ты болеешь. Я типа собак порешаю сейчас. Уголь кузбасский, Красный Яр. Честно, дорого. Принимаем лом черных металлов. Ладно. В общем, не прошло и полгода. Мы нашли с вами, где находится Петрович. Теперь надо порешать собак. Сейчас побегаем хоть посмотрим. Здорово, Кент! Бля, а че у тебя с головой-то, блядь? Нахуй оно мне надо, блядь? Валакас шоп. Можно за 300 вот какого-то вот такого мили, аксу и ПМ. Типа себе напарничка, братка взять. Я понял. Жестко, конечно, жестко реально. А что тут у нас интересного? Так, а как оружие менять-то хоть? Во. Ломаем. Что это такое? Что-то там написано? Какие-то... А, это дробь, типа. Типа шрапнель, дробь, или как это называется? А здесь что? Тут, блядь, огромная гильза. Снаряд нахер, понимаешь? Просто снарядище. Только непонятно, куда его надо заряжать. Где оно работает. Тут закрыто. Тут мы начали играть. Это, типа, наш дом. СТОшка. Я просто смотрю, мало ли вдруг... Вдруг что-то где-то упустил. Я боюсь спросить, куда это заряжать нужно. Так, собаки, значит, да? Наверху что-то есть? Наверху все закрыто. По-моему, дело близится к вечеру, а мы даже не вышли с этого района. Ох ты ж, ни хрена. Пошли посмотрим, там военный вертолет кого-то гасит. Так, чуваки, что у вас тут? Ничего? А если убить его? Вроде бы я понял. Ему насрать. Ему просто плевать на это дело. Из вариантов, куда можно пойти, здесь не так-то много. Мы можем пойти сюда. У нас немножко денег вроде было. Лысовый Бразерс, есть все. Можно пикаль. Аксу патроны. Граната 45. О, пополнили здоровицы. И нормально все. Иди отсюда, блядь. Получается, каким-то чудом шапку я нашел, но старикана здесь нет. Либо он нас обманул, либо хрен его знает. А в записях по-прежнему ничего нет. Я сходил к стройке, я обошел туда. А, вот ты где, блядь, что спрятался-то так? На, держи свою кепку. О, Влад, большое тебе спасибо. Даже не знаю, как тебя и благодарить. Ко-инфу про штаб Навального. В общем, Наташка, которая живет в этом доме на 9-м этаже, собралась куда-то ехать на машине в деревню. Я как-то слышал, что она что-то знает, и в деревне есть человек, который знает направление до штаба. Сходи к ней, узнай поподробней. Сейчас схожу. Живет она тут в доме 9-этажном. Так, 9-этажка здесь. Вон 9-этажка, вижу, раз... И вот 9-этажка, вижу, 2. Нам нужна Наташка, которая живет в 9-этажке. Ты не Наташка из 9-этажки? Наташка из 9-этажки. Я вроде нашел 9-этажку, о котором говорил Петрович. Сейчас зайдем, посмотрим, можно ли подняться. Можно ли найти здесь Натаху, которая живет, и узнать у нее, где находится этот штаб. Потому что очень много разных таких моментов. Так, сюда можно?
Ни хрена, блядь. Нормально так. Ну, судя, наверное, по картинке, здесь как раз Натаха из 9 Итахи и живет. Ух ты! Здорово, красавица. О, Влад, здорово. А слушай, я тут узнал, что ты собираешься найти штаб Навельного. Да, есть такое дело. Хотела поехать в деревню Чухино, а тут начались перестрелки между оппозицией и полицией. Эти скинхеды с панками что-то тоже ебанулись. Поэтому я передумала пока что... думаю, что делать дальше. Слушай, Владос, я к тебе как бы доверяю. Можешь взять мою тачку и поезжай за меня в Чухино. Есть там бабка, зовут ее Людмила Писина. Она что-то видела и слышала про штаб. Так не смейся над ее фамилией. Не фартанула старухи с именем. Ключи от гаража и машины возьми на столе. Удачи, Владик. Давай, Натаха, я тебя не подведу. Пиздос, бля. Тихо, тихо, телевизор. Так, ключи я взял. Мини-супербалкон, можно его валить? Можно было бы, но не в этой игре. Релакс. Бля. Это мы типа релаксируем, все нормально. А сколько он так спать будет? О, божечки мои. Влад, нам нельзя сейчас спать. Там стреляются. Нам нужно с тобой пойти и решить вопрос. Надо порешать это дело. Можно это? Escape не работает. Enter пробел тоже. Поэтому придется ждать. Неизвестно, сколько он будет здесь отдыхать. Прекрасно. Харай спать уже, блядь. Вставай, придурок. О, господи. То есть я не могу это скипать. Вот это печаль. Вот это реально печаль. Ну что ж, подрыхли. Теперь можно взять Натахину точилу и поехать куда-то, в Чепушилово или куда там надо было. В насилии нет никакого. Первый анал там написано, не первый канал. Чудесно. Тут есть еще парочка дверей, но они вряд ли открываются. Потому что ради интереса можно было походить, попроверять. Так, ключи мы взяли. Но есть проблема в том, что я не видел там никаких машин внизу. На чем мы будем ехать, непонятно. Ладно. Погнали. Машина, машина, машина. Кто-нибудь здесь тачку видит вообще хоть в обозримом будущем? Вот это что ли? Да вряд ли. Это текстура. Это элемент декора. А, журнал. В журнале, кстати, по-прежнему никаких заметок, ничего нет. Может, из гаражей надо как-то выехать? Ух ты ж, ебать, да ладно. Да ладно. Владос. Номера Владоса. Как сесть? Ух ты ж, ёпта. Да ладно. Пацаны, поехали. А если вот этих чепушил задавить? Выезд из гаража. Сейчас попробуем. На Волге не так-то просто это сделать. Пацаны, у меня парктроники сломались. А им посрать. Главное, Валакаса погромче врубить, а все будет нормально, все будет хорошо, все будет хорошо, бля. Поехали, бля, за кулачная, бля. Так, все нормально, бля. Сральник. Сральник, поехали. Давай рули. Ты же такой медленный-то. Поехали. Так, нам Чепухина в Чепушилово или куда там? Погнали. Ту-т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 у
быть. Опа! Бля, да не это самое, не шугайся так. Это всего лишь КПП-ка, видимо. Как сигналить? Давай. Опа, тихо, тихо, тихо. Бля, нихуя. Не я был. Если что, это был не я. Прием, прием. Прием, прием. Я взял Волгу, и я еду дальше. Привет, как дела? Пока не родила. Нифига здесь спуск. Погнали. Тихо, 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 тихо. Бля, Волга разгоняется не хуже, чем какая-нибудь Мазератти. Так, поехали. Тут все спокойно. Тут вроде бы все найс. Нужно как-то доехать. Как там, блядь, эта деревня называлась? Чепухайлова или что-то такое. Сейчас доедем. И Людмила Писина нам нужна. Давай, детка, давай. Давай же, Волга. Давай, 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 давай. Вот, видишь, потихонечку. Все нормально. Ведь изначально я думал, что сюда придется пешкодралом идти. Но это было бы неинтересно. Это было бы совершенно не то, что надо. Так, давай. Опа, смотри. Шиномонтажка. Мы куда-то приехали.
Давай хотя бы посмотрим. Тихо. Не загоняйся. Тут кто-то есть, кстати. ДТ-4360. Здорово, хмырь. Маслята, блядь. Маслята, блядь. 300 рублей у меня есть. Я мог бы купить, конечно, машину хорошую, но бабосов у нас нет. И убить нельзя. Вот так вот. Вот так вот и живем. Шашлык у Ромы. А где сам Рома, неизвестно. Так, поехали. Поехали. Вот тебе игра, да? А ведь если бы не стёбный момент, можно было бы неплохую выживалку сделать. Попытаться, по крайней мере. Физика машин впечатляет. Я чувствую себя чуваком из Топ Гира, который тестирует, знаешь, вот эти тачки. Старая стесняшка? Что за песня про старую стесняшку? Не про Людмилу песню случайно, нет? Давай, 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 почти доехали. Бля, физика просто топ. Просто топовая машина физика. Смотри, как, а? Как колбасит. 25 кадров, сука, 25. Ай, блин, печально. Мы какой-то монастырь проезжаем или церковь. И вот Чепушилова мы заехали. Все. А, Чухина. Нормально все. Все норм. Припарковались. Чухина, где-то здесь, короче, надо найти эту женщину. Выписан у нее... А, это Валакас. Магазин. Магазин такой сделан, что туда не зайти, наверное. А вон какая-то хибара. И, судя по окнам, скорее всего, туда можно было бы зайти. Давай посмотрим. Там подвал. Нет, нельзя. Пока туда зайти нельзя. Во, бабуля какая-то сидит, смотри. Наверное, это она. Что, блядь, с ней происходит? Людмила Писина, я же говорю тебе. Мне сказали, вы знаете, вы можете что-то знать. Я знаю, а тебе какая разница? Я ищу Навального, и только вы можете меня приблизить к нему. Да, я думаю, это связано с ним. В последнее время из заброшенной фермочки доносятся какие-то звуки, похожие на крики. Раньше не было такого. Мы пытались посмотреть, что же там за херня, но никто не осмелился. Как Навальный добрался до Жигулевской области, так и началось. Где эта фермочка? Через дорогу деревянная фермочка. Так, Люда нам сказала, что через дорогу деревянная ферма. Вот это что ли? Но это не деревянная. Фермочка деревянная. Через дорогу. Пошли посмотрим. Это храм. Но нам туда, наверное, не надо. Но зайти, наверное, стоит. Нет. Тихо. Бля, а вот и собаки. А это волк. Из него вывалить гранатомет, патроны. Жалко волка. Он сам на меня первый напал, поэтому я не при делах. Газстейшн мне не нужен. А вот это что ли деревянное? Какая-то музыка доносится оттуда. Как мне туда попасть? Тут ни окон, блядь, ни двери. Там какая-то дискотуса, смотри. А, есть двери. Сорян, что-то я попутала. Но я зайти туда не могу. Деревушка-то. Вот еще какие-то сараи есть тут. Тут ничего. Вот еще заброшка. Видимо, какой-нибудь депутатский дом строили-строили и не достроили. Здесь вроде чисто. Ладно, остается реально та хибара, и там, получается, куда мы изначально пошли. Там в окне можно было разглядеть, что есть спуск в подвал. А я могу на дом запрыгнуть? Ух ты. Она сказала через дорогу. А, вот то вот, наверное, японская, ты ж мать. Ладно, побежали. Давай, мистер паркур. Паркур, детка! Опа, шикарно. Точно. Точно, точно, точно. Стоило залезть на самый верх, чтобы узнать, куда тебе надо спуститься. Вот сюда, наверное. А других таких нет. Ого. Тайна, блядь. Не, так это не работает. А, магия. Я понял. Че, прыгать надо туда? Шик. Ого. Неплохо. Я даже боюсь представить, куда нас приведет это все дело. Куда мы с вами направимся. Типа, можно было до штаба так дойти.
А штаб находится где-то... Бля, там зомби? Нихера, блядь! Пацаны, спокойно. Что это, блядь, голые бабы? Что это за херня вообще? Что это? Кто это? Они кричат, знаешь как? Они кричат, как телепузики из Лэнди Тюбис. Примерно такой же звук. Это, кстати, самый приятный звук стрельбы калаша здесь, серьезно. О-о-о-о, нихера, бля. Как в фильмах Тарантино прям. Сколько у тебя пальцев? 5 пальцев. Ну, у него, по-моему, руки, ноги. Ноги — это руки. И такое фонтанирование в области головы как раз говорит о пристрастии к тарантиновским фильмам. Чё-то их там до хера, а у меня патронов-то не особо много. Тихо, тихо, тихо. Тихо, спокойно. О, здесь бочка есть, смотри. Бля, жуткие ёбла. Тихо. Всё, 15 патриков. Пиздец. А их там все уже закончились? Закончились на сегодня у нас жмурики-то. Бля, там еще есть парочка. Ёб твою налево. Вон там какая-то дверь. Я вот думаю, как бы мне туда проскочить по-быренькому. Давай вот тут попробуем. Да залазь ты, блядь! Ой, плохо дело. Воу-воу-воу, не сдыхайся. Владос, не надо, не сдыхаемся. Какая крепота. Я не вижу лестницы. Выплывай, выплывай, выплывай. Здорово. Вот лестница есть, но он что-то не поднимается нихера. Да поднимись ты. Что за херня, блядь, творится? Да, чувствую, я упал сюда надолго. Не умирай мне тут. Слушай, а как подняться-то? Это водопад. Там, где лестница, он не нажимает кнопку, не поднимается вот здесь. А, меня коцает эта хуета. Я ничего не могу сделать. А здесь лестницы тоже нет. Да ебаный свет. Походу все. Если я умру, где-то должен быть чекпоинт, чтобы я продолжил с этого момента. Пацаны орут. Все. Поплавали по канализации и откинули свои копытца. О, божечки. Респаун. Только не вначале, пожалуйста. Чего? А я нигде не сохранялся. Прекрасно. Просто изумительно, блядь. Продолжить, загрузить. А, надо было сохраниться-таки, да? А может быть, есть какой-то чекпоинт или что-то похожее? Загрузить игру. Давай вот этот слот загрузим. У нас пусто, я не сохранялся нигде. Значит, на этой ноте мы закончим. Вот такая вот трешовая, непонятная, очень странная игрушка, которая есть в Тиме. Ну, кому-то может показаться реально очень смешным, кто с этих моментов посмеется, порофлит. Для меня это что-то не особо смешно было, если честно. В общем, такое себе дело. Если понравилось, не забывайте ставить пальцы вверх. Всего хорошего, пока-пока.